myself believe it. This night will never go. Papi, hay problema, Tom. Papi, un gran problema. Roberto, my son, what happened? The Haitians. I hate these Haitians. They messed with me for the last time. These Haitians. We'll take them out. Only we need a backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, с вами я, Скиллмакс, и сегодня я продолжаю проходить игру GTA Vice City. В общем-то, ребят, этим теплым днем мы сидели и просто выпивали в баре Умберто. Как он ворвался и начал кричать, в общем-то, Томми, бери машину, бери моих людей и отвези их на какой-то бредовый склад, в общем-то, к гаитянам на разборке. И, ребят, вам пора знать, что... Умберто главный кубинец, да, по нему сразу так не скажешь, но, к сожалению, это так. В общем-то, этого парня уже просто достали эти гаитяне, как в принципе и всех, и он сегодня отправил своих людей к ним на какой-то склад, естественно, разбить их и забрать какой-то порошочек. Естественно, вы понимаете, что это за порошочек, это не то, чем вы стираете свои вещи, это героин, кокаин, крэк, или в простонародье его зовут еще наркотики, да. Так, ну, в общем-то, мы подъезжаем уже к этому складу, он сделал очень большую промашку, он просто не знал, сколько их здесь будет, гаитян здесь будет просто море, да. И сразу я вам советую расстрелять эту желтенькую машину в проходе, потому что она будет очень вам мешать, не потому что вы не сможете пройти, а потому что, как только вы будете убивать гаитян, они будут просто постоянно возрождаться, вот как сейчас, и это... действительно очень плохо. Так, в общем-то, здесь уже становится действительно очень жарко, поэтому давайте ускоримся. Остался один гаитян, умри. Нет, но умри и все. Пацаны, вперед, вперед, вперед. Снайпер на крыше! Они борются как девушки! Take cover! We need reinforcements from the cafe! Так, в общем-то, ловко этот снайпер расстрелял наших людей, а точнее, понаставил им хедшотов, но мы тоже не промах и тоже сделали ему дырку в пузе. Так, в общем-то, на этом сюрпризы не заканчиваются, вот сразу здесь выбегают из ниоткуда, в принципе, гаитяне, и они здесь... просто готовы вас разнести в пух и прах, поэтому советую на эту миссию взять бронежилет. Так, ну разберитесь, ну, ребят, просто здесь их будет очень-очень немного, да, и нас действительно меньше. Сразу садимся в этот фургон, не мешкаем и уезжаем отсюда. Как вы понимаете, в этом фургоне не просто порошок, а, как я уже ранее сказал, наркотики. В общем-то, эту машину надо отвезти в бар Умберто, и, в общем-то, уже на этом миссия будет закончена. Сразу говорю, просто едьте так спокойно, но в таком быстром темпе, потому что копы уже наготове, две звезды, и, поверьте, эту машину будет очень легко посадить на пердак, потому что одно столкновение сильное, и... действительно, эта тяжелая машина становится легкой и переворачивается. Это действительно будет самое страшное, потому что вы не сможете пересесть в другую машину и уехать от них, потому что в этой машине находится ценный груз, который очень важен Умберто. Хорошо, что бар Умберто недалеко здесь находится, поэтому
вот таким вот, вот такой легкой поездкой мы проезжаем этих копов. Но в конце они меня все-таки подопрут, потому что один просто пристроился за мной, и мне кажется, что я его разбил, но это не так. Так, ну вот он за мной едет, и сейчас узнаем, кто же быстрее, я или этот паршивый коп. Да, я стал быстрее. Так, ну, но они меня достаточно хорошо заблокировали, и поэтому давайте отгазовываем назад. И, в общем-то, едем на бар Умберто. А на этом все, $2000, миссия закончена. С вами был я, Скиллмакс, не забывайте подписываться. Всем пока и удачи, счастливо.